нашем фестивале «Культура Кавказа 2019». Наш фестиваль инициатирован Академией Востоковедения, возможно, уже известной вам. И мы особенно рады, что есть те, кто выступал ранее на Кавказа 2016 года. И в этом году они снова с нами. Кавказа 2019 впервые проходит в этом здании и в плотном сотрудничестве с РХГА. Мы искренне благодарны руководству Академии, студентам и сотрудникам, без которых наше сегодняшнее мероприятие не состоялось бы. Мы очень надеемся, что вы уже посетили часть наших мастер-классов и попробовали себя в разных японских детских развлечениях и уже готовы к главной части нашей программы – концерту «Грани условной». Напоминаю, что после нашего концерта вас ждет интенсивная программа мастер-классов, которая будет интересна зрителям любых возрастов. Поэтому стоит вооружиться терпением, чтобы посмотреть все части нашей программы. Сегодня будет много музыки, танцев. Все это, чтобы раскрыть для нас грани, объединяющие Россию и Японию. Мы намного ближе, чем принято думать. И самый близкий путь не всегда экономический, зачастую не политический. Самый близкий и надежный путь – человеческий. От сердца к сердцу, от традиции к традиции, от культуры к культуре. Студенты и преподаватели РХГА уже поприветствовали вас традиционным танцем рыбаков – соранбуся. Это народная песня рыбаков Хоккайдо, которая каждый этап рыбного промысла, гребли, забрасывания и вытаскивания сетей и тому подобное сопровождался собственной песней. Под соранбуси моряки большими скачками вытаскивали сеть из общей сети в мелкие лодки, на которых улов уже перевозили на сам корабль. В нашем сегодняшнем концерте выступят те, кто представляет русскую культуру для японцев, японскую для русских, и те, кто показывает совместные проекты. Мы уверены, что вы найдете для себя много созвучного во всех этих направлениях. Иногда, показывая свою культуру, можно открыть ее для себя вновь, в гораздо более богатом виде. В гости в РХГА сегодня приехали коллеги и студенты из РГБУ имени Герцена. Мы очень рады сотрудничеству и с радостью представляем эту сцену. Сначала для вас с народными песнями выступят Цутида Макика, студентка по обмену СПБГУ, Екатерина Константиновна Сорокина, преподаватель японского РГБУ имени Герцена, игра на семисцене. Осина Анна Николаевна, преподаватель японского языка РХГА, вокалы. И сразу же вслед за уважаемыми гостями мы посмотрим сцену спектакля «Чуму ноу рёри дэн» студентов первого курса факультета иностранных языков отделения лингвистики. Thank you.
песню, которую мы исполнили, называется «Кодио Мэтт». Она на разрушенном зале. Очень известная песня. Потому что вы с нами сможете ее спеть. После этого у нас будет центр первого курса этой школы.